Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом необычного варенья. Такого очень новогоднего мандаринового. Вам понадобится килограмм мандарин, немножко воды, чтобы сварить сироп, и 2 килограмма сахара. Конечно, можно добавить какие-то пряности, цедру, народ добавляет даже орехи. Мне не очень нравится такая штука. Мне очень нравится такое варенье с мороженым или с блинчиками. Итак, сейчас нужно сварить сироп из воды и половины сахара и разобрать мандаринки на дольки. Вот так, сироп у меня сварился, он стал таким пузырчатым, немножко тягучим, и я добавляю сюда мандаринки, разобранные на долечки, потихоньку, аккуратно. И варю их 5 минут до закипания. Итак, варенье закипело. Как только оно закипело, я добавляю сюда чайную ложку лимонной кислоты. Можно и полную. Это необходимо для того, чтобы сохранить цвет и аромат варенья, а также, чтобы оно не засахарилось. Потому что мы кладем двойную норму сахара. Такое варенье получится очень похожим на мармеладное. Такое густое, приятное, тягучее. Если вы хотите жидкое варенье, достаточно килограмма сахара и половины чайной ложечки кислоты. Но я хочу сохранить дольки. Обычно я так готовлю варенье из ягод, которых у меня мало. Например, земляника или какая-нибудь экзотическая ягодка. Ну и мандаринки в том числе. Из сочных ягод, которых у вас не очень много. И теперь, когда лимонная кислота растворилась, я добавляю еще килограмм сахара. Жду, когда закипит, и варю 7 минут. Очень важно не болтать варенье много раз, то есть вот растворился сахар, слегка помешивая, немного протряхивая, мы добиваемся полного растворения сахара. Если вы слишком будете перебалтывать варенье, то дольки лопнут и вытекут. Это будет некрасиво. Ну вот варенье кипит, оно у меня готово. И я буду разливать его по подготовленным стерильным баночкам. Такое. В процессе, пока оно будет у вас стоять в баночке, оно станет более густым. Банки укупориваем и переворачиваем до полного остывания. Вот такой джем получается. Ну, не джем, это скорее такое карамельное варенье. Да, и не забудьте облизать кастрюлю и ложку. Это очень вкусно.